Можно ли сажать осенью? Вот такой вопрос обычно возникает у тех, кто получил саженец винограда именно осенью. Это может быть в том случае, если вы сами черенковали виноград, у вас за лето получились прекрасные черенки, и вы не знаете, что с ним делать дальше, то ли хранить его дома, в подвале, сажать, или сажать в открытый грунт. Вообще, когда сажать виноград, мнения делятся пополам. Некоторые считают, что лучше всего весенняя посадка, а многие считают, что лучше всего осенняя посадка. В более южных регионах даже многие винограды культивируют зимнюю посадку. Они сажают саженцы винограда в зимней оттепели. Но у нас это вряд ли получится. А вот посадить виноград осенью очень даже можно и хорошо. И сажать можно виноград до того момента, как земля не замерзнет. Для того, чтобы высадить виноград осенью, во-первых, нужно заранее сделать посадочную яму. Делаем широкую, глубокую посадочную яму, на дно не забываем положить дренаж и заполняем ее плодородной землей. Вот это лучше всего сделать, даже если саженец ваш еще не готов к посадке. Потому что можно даже и сверху немного прикрыть эту посадочную яму, потому что когда наступят заморозки, вы можете открыть эту посадочную яму, и там земля у вас будет не промерзшая. Но не каждый саженец годится для посадки осенью. Во-первых, у вас должен быть саженец, который длиной не менее 50 сантиметров и диаметром не менее 8 сантиметров. У него должна быть хорошая корневая система. Лучше всего, если ваш саженец будет уже с закрытой корневой системой, тогда для укоренения ему нужно будет мало времени. Хорошо, если на саженце будет 2-3 спящие почки. Ну и, естественно, саженец должен быть не поврежден вредителем, на нем не должно быть зимующих особей вредителей и на нем не должно быть никаких грибковых заболеваний. Вот для того, чтобы обезвредить саженец и от грибковых заболеваний, и от вредителей, за неделю до посадки лучше всего его обработать фунгицидом или и инсектицидом. Тогда, если там что-то и осталось, зимой не разовьется и не повредит саженец. Сажать саженец лучше всего в хорошую погоду, когда нет заморозков, в ясную погоду. Обязательно нужно хорошенечко пролить ваши посадки. И если в ближайшее время намечаются заморозки, холода, то сделать небольшой каркас над саженцем и укрыть его укрытным материалом. А когда вот морозы уже достигнут 5-8 градусов, тогда мы уже укрываем наш саженец капитально, как мы и укрываем виноград на зиму. Осенью надземной частью винограда расти не будет, но это будет как раз то самое время, когда будет хорошо развиваться корневая система. Если в вашем регионе холодные зимы, и если вдруг вот бывает такой момент, что уже морозы сильные, а снега нет, тогда приствольный круг нужно будет замульчировать просто укрытный материал. Ну и под любым укрытием могут поселиться мыши. Приготовьте угощение в виде восковых брикетов, тесто-сырных брикетов, и не допускайте, чтобы мыши зимой там свили свои гнезда и еще хуже обгрызли нежную кору молодого саженца. Смело сажайте саженцы, но еще раз повторюсь, саженец должен быть готов к посадке. И на будущий год саженец у вас даст хорошую поросль в первый год, даже если он зацветет, лучше цветы выломать, а дальше вы будете обеспечены прекрасным виноградом. Как ухаживать за виноградом, мы вам расскажем позже. И обязательно заходите на наш сайт и смотрите наши выпуски.